Огород. Помоги смешарикам собрать с огорода урожай, пока он не испортился. Отлично! С твоей помощью друзья справились с работой вовремя. Собери картинку. Фрагменты картинки перемешаны. Расставь их по местам и узнай, что делают смешарики. Отлично! Картинка собрана. Оказывается, друзья вывозят собранный урожай, и им нужна твоя помощь. Собрать овощи. Сложи в тележку ежика овощи и фрукты, которые перечисляет лосяш. Только ничего не перепутай. Репа. Морковка. Свекла. Яблоко. Кабачок. Груша. Капуста. Репка. Кабачок. Не годится. Яблоко. Репка. Яблоко. Морковка. Капуста. Яблоко. Арбуз. Груша. Капуста. Тыква. Капуста. Тыква. Кабачок. Свекла. Арбуз. Груша. Отлично! Овощи и фрукты правильно сложены и вовремя вывезены. Молодец! Расставь фрагменты по местам и собери картинку, чтобы узнать, кто сидит на дереве. Отлично! На дереве сидят Копатыч и Лосяш. И похоже, что им нужна твоя помощь.
Собери сливы. Желтыми сливами надо наполнить корзинку, а синими накормить Копатыча. Справишься? Синяя слива нам не нужна. Отлично! Сливы собраны. И Копатыч доволен, и корзинка полная. Открой картинку. Запоминай и нажимай фрагменты, которые тебе показывают, чтобы открыть картинку целиком и узнать, чем занят лосяш. Отлично! Похоже, из собранного урожая лосяш пытается выбрать самые лучшие овощи. Поможешь ему? Сортировка. Помоги лосяшу отобрать хорошие овощи. Учти, что кривые, гнилые, грязные и червивые ему не нужны. Хорошо. 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 Отлично. Отлично. Хорошо. Отлично. Хорошо. 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 Отлично! Ты выбрал для лосяша самые лучшие ингредиенты. Молодец! Собери картинку. Собери картинку и узнай, чем еще надо помочь лосяшу. Отлично! Картинка собрана. Кажется, лосяшу надо помочь с чисткой овощей. Чистка овощей. Помоги лосяшу почистить овощи. Для этого аккуратно срезай кожицу ножом. Отлично! Здорово! Отлично! Ты превосходно справился! Что у нас там дальше?
Собери картинку. На картинке опять лосяш. Собери картинку, чтобы узнать, чем он занят. Отлично! Теперь видно, что лосяш собирается резать овощи. Иначе зачем ему такой большой нож? Thank you.